День защитника Украины, день Покрова Пресвятой Богородицы и день создания УПА. Традиционный день для массовых акций, которые в этом году на фоне вот таких церковно-политических новостей могут закончиться очень горячо. Об этом предупредил украинцев даже Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США по Украине. Я процитирую: «Надеюсь, не будет насильственных действий, организованных в результате этого решения. Было бы трагедией наблюдать такое». Со своей стороны все горячие головы решил остудить и Арсен Аваков, глава МВД. Он обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде. Хочется надеяться, что такие обращения все-таки услышат все люди, которые собираются послезавтра выйти на киевские улицы, и что правоохранители смогут обеспечить защиту всех, кто будет в этом нуждаться, и главных православных святынь, в том числе Киево-Печерской лавры. Кстати, замглавы полиции Александр Фацевич уже поручил направить дополнительные силы для охраны культовых сооружений 14 октября.